Первое, что надо сделать в стране вообще для решения любой проблемы, это запретить партию «Единая Россия» в стране. Признать ее экстремистской, как запрещенную в России организацию ИГИЛ, потому что эта партия за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещенные организации, да, террористические. «Единая Россия» нам подарила пенсионную реформу. Вы спросите, как это связано с системой здравоохранения? Система здравоохранения, она призвана защищать людей, в том числе их здоровье, так у нас больше половины граждан не доживает до 60, мужчин до 60 лет, до пенсионного возраста еще даже по старой системе. При этом они ее повысили. А что касается непосредственно системы здравоохранения, посмотрите, Республика Бурятия в эти годы пандемии показала самую высокую смертность Российской Федерации. Глава республики Алексей Цыденов, да, единорос, вот его здесь нету, они не осмелились прийти, я его рядом покажу. Вот хотелось бы посмотреть ему в глаза и спросить, как бы довели республику и систему.